Всем привет, друзья! С вами Ниломоб, и мы сегодня играем в Roblox именно карту Bee Swarm Simulator. Это игра про пчелок, как вы поняли. Это карта, этот мод, этот режим, так скажем, про пчелок. Я тут стал возле такого модного стенда. Гляньте-ка, у этого человека Lord of Atlantics 1. У него почти скоро не будет места для пчел. Ну, нам до него еще далеко. У нас пока что не так уж и много пчелок. Всего 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Всем спасибо, кстати, за лайки. Мы почти набрали их, по-моему, чуть ли 300 или 250, но очень, в общем, много, за это вам большое-пребольшое спасибо. Сегодня наша цель следующая. Купить, значит, новую пчелку. Раз. Постараться набить много-премного пчелок, а именно, чтобы у нас их было 10 штук, чтобы мы могли попасть вон в ту комнату. А еще одна мне девочка написала очень хороший комментарий, за что я благодарен ей очень сильно. Она мне написала про синее поле. Она сказала, что в одной из... вот тут, короче, на этой локации, с одной стороны будет одна стенка, которая немножко отличается своим цветом, и через нее можно будет пройти. Давайте сейчас это мы изучим все. Вот, судя по всему, я вижу, что здесь однотонный цвет, темно-синий. Здесь надо 4 синих пчелы. А вот здесь, судя по всему, тут есть проход. А ну-ка, сейчас проверим. Можно ли туда проникнуть? Девочка, кажется, про это имела в виду. Ну, сейчас меня туда не пускают, хотя пчелы туда проникнули, кажется. Я туда не могу пролезть. Как это у нее получилось? Почему она мне говорила, что здесь можно пролезть? Непонятно, потому что у меня не удается. Ладно, давайте тогда попробуем с другой стороны. Может быть, здесь можно пройти? Здесь тоже не пускают. Безобразие. То есть, возможно, это раньше так можно было, а сейчас это, может быть, уже пофиксили. Не дают туда возможности мне пройти, ну никакую. Хотя девочка меня убеждала, что здесь можно пройти. Безобразие. Обманка, обманка. Ну ладно. Значит, все-таки надо 4 синих пчелы, только тогда мы сможем туда, на ту сторону проникнуть. Пока что это мне недоступно. Значит, тогда мы будем просто продолжать собирать, проходить, получается, квесты, мини-квесты, чтобы мы как можно быстрее заработали себе нужное количество вот этих всех, как его, меда. Меда нам нужно, как можно больше. Нам нужно победить, кстати, спайдера. Если сейчас здесь будет спайдер, это будет очень мне выгодно и очень хорошо. Вот спайдер тут имеется. Сейчас мы будем с ним тут воевать. Пчелки, взять его, мигом, мигом, уничтожить ее. Ай, кусается, паук меня кусает, за попец меня кусает. Кажется, он какой-то агрессивный паук. Сколько мне таких пауков нужно уничтожить? 5 штук. Я уничтожу сейчас, получается, всего лишь... Ух, какое-то ускорение взял. Так, кажется, почти загрызли паука этого несчастного. Все, еще плюс один паук. Еще мне осталось всего 2 паука, и этот квест будет завершен. Вот. То есть с этим квестом хорошо. White Pollen. Мы тут будем собирать чуть позже белые цветочки, белую пыльцу. А пока что я предлагаю вам вместе со мной отправиться туда, к тому другому мишке коричневого цвета, чтобы мы, получается, взяли у него еще одно задание, чтобы мы сразу добывали белую пыльцу и плюс еще, возможно, еще какое-то задание захватили, чтобы мы сразу 2 их выполняли, а не одно. Вот, у него уже знак восклицания появился. И это значит, что мы можем к нему подойти, с ним пообщаться и заполучить то, что мы и хотим, а именно плюс одно задание. Так, сейчас мы, значит, берем и клацаем букву Е и берем задание. Плюс одно задание, и нам нужно добыть бамбуфилд. Бамбуфилд. Бамбуфилд, если вы помните, у нас вот здесь бамбуковое поле. Ну, это не очень мне близко, не очень. Надо 8500, а тут надо white pollen 10000, а там 8500. Ну, и тут надо 8 пчел, надо синих, чтобы у нас запустили. Кстати, тут написано на этом поле, как же оно называлось, кто мне подскажет. В общем, это, в переводе это поле означает одуванчиковое поле. Я думал, что это за такие кругляшки белые. Это одуванчики, они так нарисовали. Одуванчиковое поле. Хорошо, возвращаемся к паукам и будем там сейчас все собирать. Нам нужно собирать на пауках, белой, там где белая пыльца, 10 тысяч. Вот, собственно, тут этим будем сейчас заниматься. Новый паук! Паук вылез! Неожиданно! То есть что же это получается? Паук вылез, надо его быстренько, чтобы я победил. Бей паука, надо мне обязательно его победить, именно чтобы я его себе забрал. А ну-ка, засчитала мне? Пожалуйста.
Нет, кажется, не я его уничтожил. Обидно, я так хотел, чтобы меня засчитало опять уничтожение 4 паука, а у меня всего лишь, так как и был, так и осталось 3. Ну ладно. Вылез новый паук, я хочу с ним сражаться, я хочу забрать у него, я хочу его забрать душу. Отдайся мне, паук, отдайся, мне нужно выполнить квест с тобою, пожалуйста, давай с тобой, дай мне тебя уничтожить, паук, куда ты уходишь? Стой, стой, проказник. Вы поняли, что здесь происходит? Я, кажется, догадался. Для каждого персонажа существует свой паук. То есть, я не могу уничтожить чужого паука. Вот в чем здесь прикол. То есть, ты можешь бить только своего паука. Все, ребята, кажется, мы закончили с этим квестом. Если вы сейчас посмотрите внимательно на мой, получается, инвентарь слева, то вы поймете, что мы добыли то, что нам нужно. А именно, мы добыли 10 тысяч White Pollen. Кстати, я мог здесь добывать White Pollen тоже, и в то же время добывать мог здесь сразу же и бамбучную пыльцу. Но я это что-то не учел, я чисто белую хотел добыть. Ну ничего страшного. Сейчас мы, значит, белую пыльцу сдадим и сразу же побежим к тому мишке, расскажем ему об этом, получим много-премного за это денег. Но прежде чем мы это сделаем, я хочу проверить еще раз, сколько стоит у нас, получается, яйцо. Сейчас мы здесь посмотрим. Яйцо стоит 15 тысяч, и я, кажется, могу его приобрести. Вот, только что я приобрел, а следующее стоит 23, ну почти 24 тысячи. Не факт, что у меня сейчас хватит на него денег, когда я все поздаю. Но должны мы помнить, что мы сдаем еще не только сейчас сдаем пыльцу, но мы еще потом пойдем сдавать, получается, пойдем сдавать еще потом квест. Вот такие вот дела. А че это я сразу же не поставил себе, не посадил сюда еще одно яичко? У меня же появилось яйцо. Почему бы я его сразу взял бы себе сюда и не перетянул? У меня появилась, пожалуйста, новая пчелка, которая сейчас будет помогать моим всем остальным пчелкам вытягивать с меня пыльцу и быстрее ее сдавать. Это очень круто. Все, я наконец-то опустошил, получается, свою банку. У меня пыльцы совсем не осталось. И сейчас я хочу проверить, можно ли здесь бонус брать каждый день. Вы помните, что я зашел в клуб этого разработчика? Да, мне дали 500... Мне дали 500 меда на халяву, потому что я вошел в разработчика группу, и чисто из-за этого мне дают теперь такой бонус. А теперь, когда я это дело выполнил, у меня еще ускорение даже есть, могу быстрее бегать сейчас. А вот я взял бонус. А теперь я могу сдать этому мишке квест, и он мне дал 7500, получается, меда. Сразу же беру у него новый квест. Что же мне говорит? Bamboo Film Pain Apple Patch. Pollen from Pain Apple. Pain Apple. Pain Apple. Apple, яблочное какое-то поле. Я не понял, что он имеет в виду. Pain Apple Pass, 13 тысяч. Collect, 13 тысяч. Откуда это я должен добывать? Где находится Pain Apple? Это что за поле такое? Я такого не припоминаю. Это у нас одуванчиковое. Это у нас Mushroom. Pain Apple, возможно, это клубника? А ну-ка, давайте проверим. Это blue это plant, это не то. Это у нас получается spider plant, это не то. Наверное, это pain apple, но это, наверное, strawberry больше. Честно говоря, я сейчас в замешательстве, где мне 13 тысяч надо насобирать? Нет, не тут явно, видите, не насчитывают мне бонусы, когда я его тут собираю. Странно. Где это Pain Apple? Ну, у меня есть еще подозрение, что Pain Apple находится где-то в том области, там, где 10 этих самых, где 10 нужно пчел. Но пока что я могу тут на бамбуковом поле добывать, этим я пока и займусь. Мне надо 8500 добыть, чтобы мы выполнили задание. Вот такие дела. Все, с этим полем мы закончили. Видите, я выполнил еще одно задание. Теперь мне нужно вернуться к тому мишке и, собственно, отдать ему все, что мы насобирали. Из этого мы получим деньги. А после этого я смогу вернуться на базу, сдать всю, которую я добыл, пыльцу, получить много меда и купить себе новую пчелку. Это будет круто. Значит, мишка меня тут уже ждет. Ждет с нетерпением большим-пребольшим. Сейчас мы ему это все дело и сдадим. Так, я надеюсь, даст мне много-много за это денежек. 5000 дал мне. Вот такие вот дела. Кстати, насчет яиц. Ага, дал мне еще один даже модификатор, мишка, видите? Сейчас мы сразу же себе пчелку одну новую купим. Сделаем себе модификатор, и все будет у нас просто великолепно. Но единственное, что мне непонятно, Pain Apple Pass. Где это? О, шоп, новый магазинчик у нас будет доступен, когда мы наконец-то уже, получается, добудем 10 пчелок. Пока что у меня их, к сожалению, не хватает. Этих Pain Apple Pass. Pain Apple. Ну, яблоко Apple. А Pain?
Пейн, Пейн-плата, яблочное поле какое-то, что ли. Тут розы еще есть. А, подсолнухи, но это, кажется, Саннифилд называется, подсолнухи. Вот, сейчас мы это все проверим, в общем. Нет, не заполняется, видите? Тут надо 15 пчелок. У меня есть такое подозрение, что это поле, которое мне нужно, как раз находится вот там где-то дыня. Пейн-эппл, Пейн-эппл, это, наверное, означает не дыня, а ананасовое поле. Почему-то у меня есть такое подозрение. Хорошо, сейчас у меня денег сколько? 27 тысяч меда, я могу себе позволить новую пчелку купить. Следующую я смогу купить, когда мне надо будет собрать уже 35 тысяч меда. Ну, довольно-таки много, согласитесь. Сейчас, значит, мы бежим, сдаем это все наше добро. Так, разворачиваемся, чтобы им лучше было собирать от меня пыльцу. Вот, а в тем временем, пока что они этим делом занимаются, я новую пчелку себе вот сюда добавляю. Вот у меня появилась новая пчелка. Ускорение сейчас берем. Оп, а это не мое. И теперь делаем сразу же модификатор какой-нибудь пчелки, допустим, вот этой. А, тут у нас модифицированные, вот стандартные пчелки. Главное не ошибиться и ту пчелку, которую я уже модифицировал, случайно не задеть. Так, вот допустим, вот это вот вроде не модифицированная. Basic, да. Brave Bee мы получили, какую-то серую пчелку. В чем ее суть, не знаю, но, возможно, где-то в будущем она мне понадобится. Ну, к сожалению, я получил не такую, не красную пчелку и не синюю пчелку, так что у нас мы не сильно приблизились к тому моменту, чтобы проникнуть в те наши локации, наши долгожданные. Так, а у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. То есть реально мне осталось одну пчелку, на одну пчелку насобирать, и меня пустят в новую локацию. И скорее всего как раз там мы и сможем выполнить этот квест Pain Apple Pass. То есть моя теперешняя цель просто насобирать много-много пыльцы, чтобы я насобирал ее на 32 тысячи голды, на 32 тысячи меда, чтобы мы купили новую пчелку и отправились с вами вот в это вот место. Я, короче, нашел какой-то секрет. Я нашел супер-пупер босса, но я не знаю, как с ним сражаться. Это очень как-то странно. Каким образом я должен ее победить, если я такой слабенький? У меня всего 9 пчел, и я никак не могу ее победить. Сейчас я хочу вам его показать. Возможно, у кого-то появятся какие-то мысли, как этого босса можно завалить. Если вдруг у вас появится идея, конечно же, пишите, я с радостью ее посмотрю, почитаю, и, возможно, мы вместе с общими силами справимся. Вот это место я нашел здесь, на цветок запрыгнуть можно и зайти в эту вот комнату. Опа, вот, и какой-то здоровенный жучара. Написано «Король жуков». Только-то лесенка есть, а ну-ка пробуем убежать от него. Оп, куда это? Ага, я выбежал, оттуда выпрыгнул. А могу ли я на лестнику залезть и типа спрятаться, чтобы мои пчелки его тем временем клювали? Сейчас попробуем. Потому что первый раз, когда я зашел, меня он сразу же уничтожил. Вот мои пчелки с ним, по идее, сражаются. И что я получу, когда я его смогу победить? Вот, я, допустим, залез. Ага, он меня даже ударил. То есть не получается его так просто победить. Возможно, у меня слишком мало пчел, нужно больше пчел, чтобы туда, чтобы с ним сразиться. Пчелы как бы с ним воюют, как бы пытаются его бить. И видите, я пытаюсь его бить, к нему войти в атаку, а он меня сразу же уничтожает. То есть это очень какой-то сложный босс. Он чрезвычайно какой-то сильный. С ним сражаться, видимо, нету смысла пока что. Ладно, поехали дальше. Ребята, я нашел девочку-напарницу. Сейчас мы с ней залазим вместе валить босса. А ну-ка, попробуем сейчас два жука сразу появилось. Боже, мы в опасности. Сейчас нас загрызут. Мы думали, что здесь будет один жук, а здесь их оказалось два. Сейчас девочка погибнет, и я вместе с ней так чувствую. Жуки слишком сложные, и здесь нельзя, получается, вдвоем бить одного жука. Здесь тут на каждого человека дают по своему жуку. Получается, видите, он слишком сильный. Здесь нужно иметь, наверное, максимальное количество пчелок, только тогда ты сможешь его победить. Ребята, это свершилось наконец-то. Я насобирал, видите, 36 тысяч меда. И теперь, благодаря вот этому делу, что я насобирал, я могу позволить себе купить новую пчелку. И у меня сейчас будет, по идее, 10 штук. Вот сейчас я, собственно, ее и покупаю. Купил себе новую пчелку. Следующую можно будет купить, когда будет 53 тысячи у меня. 54 почти что там. Вот, значит, сейчас мы сделаем следующее. Новую пчелку берем. Допустим, садим себе ее где-нибудь вот здесь. Получаем обычную пчелку.
это все правильно, все хорошо. И теперь считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 пчел у меня есть, и благодаря этому теперь я могу, по идее, попасть в новую локацию. И именно вот сюда. Видите, она стала для меня уже зеленым. Раньше, по-моему, она красным цветом горела. Так же самое, как горела для меня красным цветом и это, пока у меня не было здесь 5 пчел. То есть мы реально продвинулись очень сильно. Теперь я могу вон туда я залезть. То есть я пошел немного не той стороной, мне нужно было вот сюда и залезть. Ладно, сейчас обойдем это все быстро дело. Но, в принципе, я очень рад, что наконец-то у меня есть 10 пчелок, и благодаря этому я могу попасть в новую какую-то локацию. И я искренне верю в то, что как раз вот в этой локации, там, где 10 пчелок нам нужно, мы сможем побывать на поле, которое называется Pain Apple Pass. Вот. И я думаю, что как раз это оно и есть. Вот эти вот, как его, ананасовое поле. Это Pain Apple Pass, это оно и есть, я надеюсь. Кроме того, здесь, видите, написано шоп. То есть мы там, скорее всего, сможем покупать себе новые приколяхи. Сейчас мы это все с вами изучим. Вот мы и пришли на новое поле. Тут, наверное, будут новые монстры, так подозреваю. С ананаса вылазить. Вон, жук какой-то и саранча. А ну-ка. Да, гляньте-ка, я сейчас начинаю собирать, и у меня понемногу заполняется мой инвентарь. Pain Apple Pass. О, ну тут эта сороконожка какая-то сильно жесткая. Она так атакует меня. Ой-ой-ой-ой. Не, кажется, мы ее побеждаем своими пчелками, штуками. Все, мы справились с ними. А, этот жук на меня тоже нападает. Ну ладно, нападай, нападай. Я пока тут изучаю все, смотрю. В эту дыню, ой, в дыню, я что-то не знаю. Дыни, это ананас. К нему я зайти не могу. Я был прав на 100%, когда я говорил, что мне нужно будет насобирать 10 пчелок, тогда я смогу выполнять следующий квест. Это раз. Это мы с тела с вами изучили. Теперь, что касательно магазина. Смотрим, что нам тут могут предложить. Новый магазин. Только посмотрите-ка. Значит, мы здесь можем купить себе Cannot. 50 тысяч стоит. Вот такое ведрышко новое. Потом вот такой ранец. Он позволит мне собирать 24 тысячи этого пыльцы. Этот 50 тысяч пыльцы позволит собирать. Этот 100 тысяч, бочка такая. Потом целый улей, 150 тысяч. Крутяк, классно, классно. И парашют можно будет купить за 500 меда. Благодаря тому, что я возьму парашют, вот такой парашют, я потом смогу летать, получается, и заходить в такие места, где я смогу добывать вот этими улучшатели для своих яиц, вот, модификаторы. Так, что касательно оружия, интересно глянуть, что здесь. Лопатка вот такая, вот такой посох. То, что мы раньше уже наблюдали у других ребят. Ножницы я уже видел, а вот такой штуковины я еще, ого, 1 500 000 стоит. Ну ничего себе, она просто жесть какая крутая. И вот такая штука, тоже интересно, что она дает. Пока что никого такого вертолетика я не видел. Она стоит 3 миллиона меда. Ужас, какая дорогая вещица. Ну мы, наверное, сможем себе ее потом на голову этот вертолетик одеть. Это считается, наверное, высшим пилотажем. Кроме того прочего, ну в принципе понятно, что надо будет вот здесь добывать, чтобы выполнить квест следующий. Потом мне нужно будет сразиться с пауками еще двумя. И кроме прочего этого всего, мне нужно будет потом взять следующий квест на сражение. Мне кажется, что мне нужно будет сражаться с саранчой. Вот, а здесь новый мишка. Новый, совершенно новый медвежонок. Гляньте, какой он крутой. Так, берем у него задание, что он мне предложит. Технологии, что-то про технологии что-то говорит мне. 20 тысяч, ого, мне даст какой-то квест. Ого, он мне дал квест, да, этот мишка мне дал, Science Beer, ученый, мишка-ученый, и он мне дал вот, он мне дал вот такое вот задание, Discover 5 B-Types, Collect White Pollen, 20 тысяч, надо мне белые пыльцы насобирать. Потом мне надо насобирать Strawberry 10 тысяч и Bumblefield, мне надо тоже 10 тысяч насобирать. Но я планирую сначала это задание выполнить, а потом уже, в принципе, к этому приступать. Но, в принципе, я могу сейчас даже на крышу спрыгнуть. А смогу ли я туда наверх пробраться на крышу? Интересно, получится ли так считерить? А ну-ка, на крышу я забрался! А это что? Это я провалюсь? Нет, я не провалюсь. Вот это, конечно, крутяк. И что же, я могу на пузыри сейчас зацепиться? Ну, я без парашюта вряд ли это смогу совершить. И туда тоже никуда не запрыгну, получается, что взять эту штуковину. Но все равно я на крышу еще ни разу не залазил. Так, пробую на пузыри эти мыльные как-нибудь зацепиться. Надеюсь, что они меня как-то, возможно, поднесут в воздух. Нет, я не... Так, на палочку залез. На палочку залез. Свалился. Ого!
Ого, я почти добрался до этого местечка. Я думал, что здесь будет прозрачное поле, а не тут-то, было тут стекло. Я не могу, получается, взять модификатор. Обидно, то есть надо все равно по-честному добыть синих пчелок, а потом уже туда залазить. Хорошо, ребята, на этом мы останавливаемся. Всем большое-пребольшое спасибо за лайк, за поддержку, за то, что вы меня поддерживаете, что я прохожу эту карту. Она мне безумно нравится, я, конечно же, хотел бы ее пройти до конца, полностью всю. С вами был Ниломоб, увидимся в следующих сериях. Всем пока-пока. We'll be right back.